Серега, какой у него наклон переднего колеса был, практически флэт спина. Поверьте мне, во флэт спинах равных этому парню просто нет. Супермен прямо через этот панбокс по базовому пока элементам решил пройтись Рубен. И смотрите, как хорошо у него это получается. Барспин на кан-кан. Решил еще даже не просто обычный элемент усложнить. Вот она, вот это то, о чем я и говорил, дамы и господа. Ай, вот это вообще выше всяких похвал. Какое исполнение у Рубена, как я и говорил. Даже простейший элемент в его руках, так сказать, выполняется просто замечательно. 20 секунд осталось, Сюрменчик. Так, 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 сортировка системы, на что способна, разгон. Киклис, какой затяжной, прям лейзи, лейзи. 7 финальных секунд у Рубена осталось. И вот такой бодеркап, как только успел вообще там его сделать, я просто в шоке. Рубен, там что-то черненькое у тебя выпало, посмотри, вот там, вот, Рубен, там что-то черненькое у тебя выпало. Так, уважаемые дамы и господа, мы удаляемся для подсчета.